Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Регина Валерьевна Бурцева, преподаватель по классу аккордеон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши воспитанники приняли участие в 16-м международном фестивале, который проходил в Москве под названием «Москва встречает друзей». Расскажите нашим зрителям, что это за фестиваль. Этот фестиваль организует Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. Чтобы попасть на этот фестиваль, нужно пройти отборочный тур по видеозаписи. Мы подали заявку еще в марте и очень долго ждали рассмотрения. Более 1000 заявок поступило на этот фестиваль. И вот в октябре мы получили приглашение. Что была за видеозаявка, что вы отправили? Мы отправили видеозаписи с различных концертов, и артисты оркестра Спивакова отсматривали эти записи и отобрали лучшие вот на этот фестиваль «Москва встречает друзей». А мы говорим «Ваши воспитанники», это музыкальный коллектив в «Триольке», руководителем которого вы являетесь. Вот расскажите об этом коллективе, как он создавался, на чем играют. Вообще, это девочки моего класса, я с ними занимаюсь с детского сада. Сам ансамбль я создала, когда девчонки занимались в первом и втором классе. То есть это 8 лет уже мы занимаемся вот в этом ансамбле. Участницы Котова Алина, Кученева Дана и Янгулатова Вероника. Вот Алина и Вероника в данный момент уже обучаются в Рязанском музыкальном колледже. А Кученева Дана будет поступать на следующий год. Она чуть-чуть помладше. Девчонки, в общем-то, очень с большим удовольствием начали заниматься сразу. И так как они ответственные, способные и заинтересованные труженицы, я бы сказала, настоящие труженицы, у нас сразу сложился коллектив. И уже после первого года обучения мы поехали на московский открытый фестиваль «Шолоховская весна», где сразу заняли первое место. Это, конечно, нас подстегнуло к дальнейшей работе. И далее, в общем-то, очень часто мы принимали участие в различных конкурсах и фестивалях. И ниже второго места наш коллектив не занимал. Какие музыкальные произведения вы отправили на отбор на 16-й фестиваль «Москва встречает друзей»? На отборочный тур этого фестиваля мы отправили произведение Виктора Новикова «Карнавал». Также Виктор Новиков «Французская баллада» и Виктор Власов «Праздник на Молдаванке». Среди этих трех произведений больше всего понравилось Виктора Новикова «Карнавал». Как вы отбирали в коллективе, какие именно музыкальные произведения послать? Мы, конечно же, отобрали самые яркие произведения, которые тепло встречает публика. В общем-то, это дало свои плоды. У нас есть небольшой фрагмент, где коллектив «Триольки» играет эту композицию. Но, я так понимаю, это фрагмент не с самого выступления на фестивале, а с одного из выступлений «Триолик». Давайте его посмотрим. Как вы видите, девчонки играют в сопровождении Оркестра русских народных инструментов Муниципального культурного центра под управлением заслуженного работника культуры Александра Ивановича Лаврухина. Такие концерты проходят у нас ежегодно. Они называются «Юные виртуозы Рязани». И в 2018 году девчонки играли вот это произведение «Карнавал» в сопровождении
нашего оркестра. И это произведение мы исполняли на фестивале «Москва встречает друзей». А, ну, расскажите о самом фестивале, как девушки отыграли? Девчонки отыграли замечательно. Публика встречала очень тепло, публика кричала «Браво!», несмотря на то, что концерт, в общем-то, был поздний. Он начался 19:30, а они играли в районе 22:00. Но девчонки собрали все свои силы и, в общем-то, выдали на 100% результат. Публика была очень довольна. Это большой театр, это большая сцена, огромный концерт. Как руководитель, как вы их настраивали? Большой театр – это действительно большая сцена, но мы выступали в Бетховенском зале Большого театра. Это камерный зал, замечательная акустика, домашняя обстановка, благодаря тому, что сцена была внизу, находилась, а зрители сидели выше, как в цирке. Вот у нас бывает такая сцена. Девчонки собрались силами, с эмоциями и выступили просто замечательно. Публика кричала «Браво!». А какие еще яркие выступления вот вам запомнились с фестиваля? Вообще на фестиваль приехало очень много выступающих с разных концов света. Это была и Испания, Южная Корея, Китай. Конечно, китайцы поразили своей техникой на игре на фортепиано. Но мне больше всего запомнились ребята из Южной Кореи. Это были воспитанники детского сада, которые играли на разных шумовых инструментах в сопровождении концертмейстеров, взрослых уже исполнителей. Но они собрали попурри на тему русских народных песен. И также публика их очень тепло встречала. Это было очень мило и запоминающееся. Это ведь не первое выступление от «Триолик» для большой публики. Вот расскажите, в каких еще конкурсах вы участвовали? Ну, мы каждый год ездим на какие-то конкурсы, фестивали. Самое запоминающееся, наверное, было событие. Это выступление на международном фестивале «Под небом Парижа», который состоялся в Париже. В жюри были преподаватель Парижской консерватории. Девчонки поразили их своим выступлением. Нам присудили наивысшую награду Гран-при. И потом, уже даже после выступления, члены жюри подходили к нам, спрашивали, сколько мы занимаемся в ансамбле, со скольких лет девчонки вообще играют, и что мы еще умеем исполнять. Ну, все через переводчика, конечно, это происходило. Но, тем не менее, наши русские аккордеоны поразили Францию. Много выступлений было. Мы были и в Минске, в Санкт-Петербурге. Мы познакомились с артистами Терем-квартета, который известен на весь мир, которые принимали участие в открытии Олимпийских игр и имеют грант президента. Выступали в Великом Устюге, в Москве. Такое необычное название у коллектива «Триольки». Почему? Меня очень часто спрашивают об этом, и я объясняю тем, что вообще «Триоль» – это ритмическая группа, состоящая из трех нот. И вот три девчонки, они как три нотки в одной ритмической группе. Но так как они были маленькие на момент, когда мы называли это коллектив, мы назвали их не «Триоль», а «Триольки». Ну вот «Триольки» выросли, а вот название осталось «Триольки». Сейчас идет подготовка «Триоли» к каким-то следующим музыкальным событиям? Две девчонки учатся в музыкальном колледже, а одна в музыкальной школе. Процесс совместной репетиции, в общем-то, не просто сейчас установить ввиду разных расписаний у них. Но вот единственное, что я могу сказать, что если нужно будет где-то сыграть, девчонки соберутся, с одной из двух репетиций мы вспомним любое произведение и исполним его на любом концерте. То есть раньше девчонки совмещали учебу, репетицию и все остальное, чтобы выступать на больших сценах? Раньше они были в школе, и у них уроки были с утра, а вечером уже мы собирались и могли репетировать определенное количество времени. Сейчас у студентов расписание такое, что они могут учиться и утром, и вечером, поэтому найти свободное время, вот общее для них, ну, сложновато пока что. Когда «Триольки» совсем юные были, как добиться того, чтобы три человека, наверное, незнакомых друг с другом, сыгрались и стали таким профессиональным, хорошим коллективом? Ну, во-первых, конечно, это желание. Это должно быть большое желание. Девчонки сами по себе очень способные, очень талантливые.
поэтому им, наверное, давалось легче, чем остальным. Второе – это, наверное, мотивация. Это те же выступления, конкурсы, концерты, поездки. Им это очень понравилось. Девчонки очень часто спрашивают меня, куда мы еще поедем, а что мы еще будем разучивать. Поэтому мы имеем такой большой успех как бы на всех конкурсах. Вот их желание. Есть какой-то настрой, как настраиваете их перед каждым выступлением, чтобы девушки вышли, не волновались и сыграли так хорошо, как они умеют? Перед каждым выступлением я всегда им говорю, думайте только о музыке, больше ни о чем. Не обращайте ни на что внимания, потому что ведь сейчас очень часто то телефон зазвонит в зале, то кто-то пройдет, кто-то что-то уронит. Я говорю, всегда думайте о музыке, о характере, об образе. И я думаю, что они именно выполняют мои рекомендации, и у них на сцене все получается. Хотя, конечно, волнение присутствует, вот никуда не денешься. Без волнения не бывает выступления. Регина Валерьевна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.